или кушать. Вот как раз разбираются эти слова, и считается, что слово «кушать» – это устаревшее слово. А вот слово «есть» – это более современное, правильное. Я должен сказать, как большой знаток слов, их значений и прочее-прочее, о чем я неоднократно говорил, должен сказать, что если вы хотите грамотно общаться, а тем более с пространством, делать образно-волевые настрои и прочее, даже составлять заговоры, это целая супер-дупер наука, то вам надо подбирать такие слова, которые имеют только одно значение и никакого лишнего толкования. Помимо того, что вас учат, у вас должно быть самостоятельное какое-то мышление. Это самое ценное, чтобы вы самостоятельно мыслили. Итак, что касается слова «кушать», оно однозначно и означает, что вы принимаете пищу. Поглощаете пищу, кушаете. Все! Кушать никак больше ни с чем оно не связано. Теперь разберем слово «есть». Ну, современные, как бы их назвать, современные «есть» – это значит поглощать пищу. То есть это одно значение слова. Но смотрите, вот слово «есть», оно, как правило, требует дополнительного объяснения. Значит, есть машина, есть супруга, есть супруг, есть квартира, есть деньги и так далее. Есть. А что есть? Обязательно надо какое-то толкование. Поэтому это слово ни в коем случае не используйте, если вы собираетесь делать какой-то образно-волевой настрой, либо там уж составлять заговор. А вот слово «кушать» ясно и понятно. Я хочу кушать. И все. И этим все сказано. О том, что я такой большой знаток слов, ну, я, правда, их еще не развернул, эти знания, но, по крайней мере, оно у меня есть. И в случае чего я его легко разверну. Главное иметь понятие. Итак, как раз вот оттуда пришло стихотворение. Я тайну слова постигаю, которым Бог творил миры. Оно во мне, я это знаю. Чудесной, дивной красоты. Оно снова существа и заставляет сердце биться, любить, творить и верить в жизнь, что вечно длится. Его я вспомнил, произносит, чудо дивное случилось. Свет счастья брызнул из меня, и время юности явилось. Теперь живу, люблю, творю, а слово тайное храню. Что такое врачевать? От слова «врать» – это значит «говорить». Это потом оно уже «врать» – это значит «обманывать». А первоначально означало «говорить». Так вот, первоначально врач лечил своих страдальцев с помощью слова. Потому что мы уже немножечко на канале, кто был, тот знает. За каждой болезнью стоит та или иная, грубо говоря, болезнетворная сила. Причем она несколько разумна. И вот если мы знаем код ее звуковой, мы ее можем убрать. И вот этим-то знанием владели индусские брахманы и ведические, значит, жрецы. С помощью особых звуков, которые называются заклинания, они изгоняли болезни, они меняли погоду и производили множество других действий. Поэтому послушайте меня и плюс еще примените свое собственное, как бы сказать, свой собственный ум для того, чтобы вот эту всю эту кашу переживать и что-то взять полезное. А то и есть или кушать, а нет у меня, а вот нет у меня. И все. Вот что значит слово «есть», а нет у меня. А вот
слово «кушать», а чем я его перечеркну? О, а ничем я его не перечеркну. Доброго вам здоровья. Прекрасный посыл, который меняет пространство, который входит вибрациями в вас и дает каждой клеточке смотрящего доброе здоровье. Вот она магия слова.